Обсудить изменения в генплан Ярославля пришло больше 700 человек. Публичные слушания в концертно-выставочном комплексе «Старый город», начавшись в 17 часов, закончились только поздним вечером. В мэрию было внесено больше сотни предложений о внесении изменений в документ. Их рассматривали на рабочей группе. Процесс занял полгода, признались власти. Сам генплан города был разработан в 2006 году и рассчитан на 20 лет. Однако время требует внести коррективы. Мы предполагаем, что муниципалитет будет рассматривать или на сентябрьской сессии, но, скорее всего, будет рассмотрен в октябре. После этого мы вносим изменения в правила землепользования и застройки. Это уже следующий документ. Если, допустим, сейчас, чтобы вы понимали, одна зона переводится из одной зоны в жилую зону, а уже в правилах землепользования и застройки эта жилая зона делится по этажности. Там G1, G2, G3, G4. И некоторые люди говорят, у нас тут малоэтажка, вы рядом в жилье переводите зону, значит, у нас завтра будет там 12-24 этажа. Мы говорим, нет. Вот когда будет уже правила землепользования рассматриваться, вот тогда будет приниматься решение, какой этажности там будет. И ваше мнение мы учтем, туда тогда приходить. Проголосовать на слушаниях мог каждый желающий. Для этого достаточно было принести паспорт. По некоторым особо резонансным вопросам предложили голосовать отдельно. Это, например, изменение назначения территории у храма Николы Мокрого, а также земель под Пионерским и Невским рынками. Территорию бывшего стадиона на Перекопе рядом с Петропавловским парком предполагают предоставить под жилую застройку. Я думаю, что жителям не стоит опасаться. Я говорю, что территория парка как такового и храма, она не задевается никоим образом. Речь идет только о территории стадиона. Там малоэтажная застройка, малоэтажная усадебная застройка.